Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Озвучено Яндекс.Пичкет. Умер актер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментозавры». В Петербурге умер актер Андрей Погребинский. В Санкт-Петербурге умер актер Андрей Погребинский, которого знают по одной из главных ролей в сериале «Ментозавры». Ему было всего лишь 45 лет. Причины смерти публично не называют. Информацию о смерти Андрея Погребинского подтвердила мать актера. Он был известен телезрителям по роли капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры», пишут коллеги артиста из Пятого канала во ВКонтакте. За время карьеры Андрей работал и с именитыми артистами. Андрей Погребинский – выпускник факультета психологии СПБГУ. Кроме этого, он окончил курсы актерского мастерства и является мастером спорта по баскетболу. Была в его карьере и роль в 15-м сезоне «Улицах разбитых фонарей». Из-за фактурной внешности актер часто примерял образы оперативников и охранников. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр!